домик номер 39. Заходим внутрь. А, вот и Александр. Саша, поздравляем со 101 рыбой сегодня. Еще даже двух часов нету, это рекорд. 2000 рекорда. Профессионалам везет всегда, да. Так, дорогие друзья, продолжаем наш маленький репортаж. Меня отогнали от этих снастей. И сейчас мы познакомимся поближе с нашими доблестными рыбоубийцами. Одна из главных знаменитостей – это Сергей. Чем же это? На его счету тысячи невинных рыб, рыбешек и рыбин. Это Антон. Он... Ты же болит желтой прессой. Антон осуществляет помощь своему тестю. Добивает рыбу. Он сам себе помогает. Добывает. Вот наш самый молодой рекордсмен. Жан. Как ты его ласковее позвал, чем меня. Он еще маленький. Это Анатолий. Сама инициатива и наш... Организатор всего этого мероприятия Геннадий. Это мы отпустим. Сейчас же идет съемка, надо отпустить. Немножко познакомимся с бытом этого чудо-домика. Здесь мы увидим дровишки. Дубль! Прошу прощения. Убийцы. Дубль. Убийцы опять впереди. Они обгоняют команду интеллигентов. Так, продолжим наш вояж. Вот так вот тяжела канадская рыбалка. Зимняя канадская рыбалка — это очень-очень нелегко. Столько пива выпить надо. Посмотрим, что же они сотворили за... Вот это рыбочка наша, да. Все, дорогие друзья, должен прервать наш репортаж. Потому очень сильно. А вот наш сегодняшний влог. Ха-ха-ха.